Обычно международный конкурс имени Чайковского проходит в Италии, Сан-Ремо, но в этом году из-за пандемии конкурс впервые прошел в заочном формате, и воспитанницы детской школы искусств поспешили воспользоваться таким шансом. Юная вокалистка Дарья Чернова представила произведение на итальянском языке перед серьезными судьями из Италии и Москвы. Даша Чернова в этом конкурсе стала лауреатом третьей степени, и ее пригласили в Москву выступить на гала-концерте в консерватории Чайковского. Это очень хорошо, лауреата на таком конкурсе, даже третьей степени, это вообще здорово. Это очень серьезный конкурс, поэтому я очень рада, что я хотя бы третье место заняла. Я старалась занять первое место, но меня даже третье радует. Это уже, правда, не первый серьезный конкурс. Я рада третьему месту. У меня прям такие очень хорошие впечатления. За последние несколько месяцев воспитанницы Дарьи Кварта участвовали в нескольких больших музыкальных конкурсах. И в каждом из них девочки показали хорошие результаты и получили дипломы лауреатов. Педагог также растет и добивается успехов вместе со своими ученицами. Дарья Александровна стала трижды лауреатом первой степени на фестивале искусств «Зимняя сказка» и получила специальный приз – бесплатное участие в следующем конкурсе. Мне очень понравилось. Мы давно не выступали, поэтому наконец-то появился шанс выступить. Я принесла с собой дипломы лауреата первой степени, 2, и еще 2 диплома лауреата второй степени. Мы сначала учим песни, и потом поем на конкурсах. Сейчас юные вокалистки уже готовятся к летнему сезону и разучивают программу на конкурс, который пройдет в Санкт-Петербурге в культурном центре Елены Образцовой. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.